Итак, всех приветствую, с вами Видекс, и мы начинаем очередную дуэльку. Как вы видите, это у нас перестрелка, стандартные настройки, нету руин и, соответственно, с обыкновенными варварами. Играем с Айзоном, он предложил две нации, это Византия и Сянгай. Я выбрал Сянгай, ему оставил Византию. Да. Перестрелка перестрелкой, а карта такая, конечно, очень даже веселая получается. Ну, надо оставаться как бы похоже на воде, так как у нас тут с вами есть киты. Не знаю, надо походить, побродиться. Как-то, ну вот он сразу поставил. А вот я что-то не хочу сразу ставить. Почему не хочу? Потому что нету молотков, совершенно нету молотков, а на перестрелке главное это молотки. Я не понимаю, почему вся моя медь в этих джунглях. Да. Не знаю, попросил как бы переиграть. Не имею да, достаточно времени вот в такую карту играть. Ну да ладно. Человек хочет, будем играть. Я не умею такие карты играть. Вот я смотрю и просто балдею. Ну, ясно, с чего начали. Это, конечно, лошади, да. Нам нужна хоть какая-то промка. Плюс потом идем в вырубку. Вырубим хотя бы лес, хоть что-то. Тут, по идее, в традицию можем играть. Ну, кто тут до нас дойдет? В здравом уме и твердой памяти. Не знаю. Соперник вырос, он на ход раньше поставил, у него, похоже, есть бананчики. Культура джунглей, да, Пантеон? Ну, я себя еще и в угол загнал, да? Но это, конечно же, моему сопернику. Мне это все здесь не светит. Но вот здесь второй город.
Раз, два, три. Вот прямо вот сюда, наверное. Не буду становиться. Хотя надо становиться. Хотя нет, не надо. Я уже встал на люкс, поэтому может быть, что и не надо будет. Мне каким-то образом раз, два, три. Вот сюда вот еще на море надо будет встать. Похоже, что медь мой основной ресурс. Так, дальше, как я и говорил, вырубка. Подрастем, посмотрим. Потом, наверное, рабочий. Еще бы одного скаута. Я этим сейчас пойду вверх, обойду, посмотрю, как тут дела. Лошадей я, кстати, не наблюдаю вообще. Даже как-то близко. Да. Да, сюда. Раз, два, три. И сюда город. Чем дальше, тем сильнее. Горы, моря. Ну правильно. Зомби. Логично. В таких картах что тут еще брать? Вот, судя по всему, ГГшку нашел. Сам еще не смог бы, конечно, взять пансион на 10-м ходу. Само собой, значит, есть религиозная ГГшка. Без рабочего здесь вообще пропадешь. Да. Сюда вот город какой-то надо будет вести. Вот еще одна ГГшка. Угадайте, что? Именно. Не мой стиль игры, но, к сожалению, я не могу ничто другое здесь играть на такой карте. Мне не будет достаточно люксов. Мне не будет достаточно. А так я ставлю сюда город, под горами. Это будет три города и четвертый где-то. Ну тут нету вообще производства. Вот даже вот намека на производство нет. Похоже, я буду играть в три города. И причем все три города будут друг от друга недалеко. Еще может быть один здесь. Противовес этому, чтобы пускать караваны. И меня здесь можно будет выколупать только артой, я так подозреваю. Хотелось бы в это верить, конечно. Вот еще одна ГГшка, и эта ГГшка забрала люкс. Да, эту ГГшку он и встретил. Ага, вот еще один люкс. Ну что ж, город сюда. Да. А кстати, есть у нас лошади. Ребятки, не все так плохо, как казалось с самого начала. В смысле, хуже еще. Ладненько. Еще и лагерь, да. Забавно. Забавно. У кого тут брать рабочего, сложно сказать. Виттенберг скорее самый правильный выбор. А может и нет. Ну, столичка более-менее. Смотрю, красава, красава. Вот дорастет до сюда. Камешки какие-то тут. Как бы не все так плохо. А вот это вот плохо. Это очень плохо. Блин.
Оп, попал. Так. Ну так, я играю в три города или даже четыре. Так, сейчас выпущу скаута, тогда дорублю лес уже, чтобы он шел в этого поселенца. Отлично. А, гуляем, погуляем. Чему были? Да ты что, серьезно, да? Мне войну. Нет, в меня войну. Ладно. Так, мне надо обработать как-то вот это дело. И мне нужен сопровождающий каким-то образом. Где мой рабочий? Прикольненько. Нормально так, 9 ходов. Я говорю, джунгли это, конечно, жесть. Так, здесь мы лечимся, здесь мы... Вот здесь хорошие места, красивые, я бы сам тут жил. Вот эта вот часть, вот это вот мне совершенно как-то не по душе. Так. Ну, немножко помахаем молотками, топорами точнее, и сделаем с этого дела побольше, получше что-то. Придется ставиться вот сюда все-таки, потому что я не посчитал, здесь три клетки. То есть вот это максимум, что я могу получить, и здесь тоже нету молотков вообще. И болото, болото, болото. Но зато где-то, ну, роста будет много. Поэтому играем, как я и говорил, три города. У нас 4 люкса и 3 города. Ну, так сказать, 4. Раз, два, три, 4. До этого я дорасту, я надеюсь. Очень сильно я на это надеюсь. Сразу два поселенца, ни о чем мы тут не думаем. О, кто-то вышел. А, я вышел. Ну, да. Так. Вот. Это уже должно быть. Да. Ну, вот так это красиво. Так, теперь уже есть у нас промка. И нам нужен еще один поселенец, я сказал, сразу же, без разговоров. И потом мы идем в лодочки. Да, пожалуй, так. Тут, к сожалению, придется полечиться. И будем обходить, потому что, ну, как-то не очень. На что я беру? На соль. Следующее я ставлю так и так. Хотя нет, так не сделаем. Сделаем вот так.
соль, медь и железо. Меня этот пансион интересует. Я верю, что религия будет за мной тогда, если это чудо случится. Так. Интересно, что он тут обрабатывать будет. Вот очень интересно, какой люкс у этого города, кто-нибудь мне может объяснить? Или это город без люкса? Как это странная карта, правда? Скажем. Ну тут у нас Либерти, все понятно. Как бы нечего удивляться, а я вот попробую, так сказать, удивить. Это рабочий. Ушел. Просто атаковать через это не понимаю, как это возможно. Ну, в смысле, я понимаю, представляю, но это не очень быстро. А развитие можно угробить, если это херню заниматься. Но ему, конечно, везет вот с этим делом. Его чудо, скорее всего, будет и второе. Как бы не было это грустно и печально, ну что сделаешь? Такая карта. Так, 9 ходов я своих честно отработал. Ну, два города играть не хочется, хотя бы три надо поставить. Но у меня совершенно нету промки. Это какой-то ужас. Может, все-таки сюда вести третий город. И с другой стороны, если хотеть какую-то промку, то его нужно не туда ставить. Надо подумать еще раз об этом деле. Так, ну вот тут немножко промки наклевывается. Не знаю, как-то сложно мне тут определиться, где лучше еще вот этот город поставить. Но в идеале я бы его все равно хотел ставить на море. Вот сюда. Но сможет... Не знаю, не знаю. Вести вниз, но это какой-то, я не знаю, тоже не вариант. Тут как-то все. Мне нужен этот люк, значит нужен город на море. Значит все-таки сюда. Я буду дотягиваться до вот этих делов. Здесь может вырубить. Да, сюда. Определенно сюда. Все, я решил. Так. Слышь, а что ты тут делаешь? Расскажи мне. Ну достали, а? Вот категорически не хотят мне дать. Да, здесь холмов не наблюдается тоже.
Никак не дадут, да? Ну, попробую. Подловить как-нибудь. Да, получилось. Хорошо. Отлично. Отлично. Этот пускай лечится. А этот ползет по чуть-чуть. Так, моя надежда на что? Я сейчас вот этим делом занимаюсь. Моя надежда еще построить великую стену и утопить моего соперника просто. В том, что я пойду в развитие. Надо как-то лагерь уносить отсюда, а то хорошим это для меня не кончится. Вот сейчас смотрю, может и на море надо было оставаться. Блин. Ну да ладно, что уж теперь. Так, пожалуй-ка давайте начнем расти уже. Вот чуть-чуть. Для этих целей мы сделаем вот так. И, соответственно, потом нас интересует... Караван еще не будет интересовать. Артемида. Да, пожалуй, Артемида. Мне просто, ну, не дают поставить город, ну ты подумай. Так, у моего знакомого напротив три города. И 6 населения, у меня 5 населения с 2 городами. Я их буду растить, у меня счастья достаточно. Сказал, растить буду. Пока прибережем. Этот город очень может сильно расти. Осталось догадаться, как его защищать.
Не знаю, что этот скаут ему дает. Честно скажу, просто не знаю. Так, я уничтожил два лагеря. Отсюда у меня такие деньги, кстати. Просто немеренные. Они же мне по 50 голды каждый дает. Это тоже даст 50. Не 2 в ро, 1. Ну, это вот. Я уже и это посчитал. Ну вот и деньжатом. А то если б я поставил город, было бы как-то очень неприятно. Ну понятно, понятно, что он сюда хотел поставить, я бы сам сюда поставил. Ах. В идеале надо мне еще один город ставить, вот где-то вот сюда, может быть сюда, может быть, просто чтобы ему не дать здесь ставить. Но не сейчас, сейчас я просто не имею на это промки. И лодочку. Это будет смотрящая такая сторожевая башня. Такая.